24 октября граждане Узбекистана выбирают нового президента. Избирательная система республики уже приняла ряд изменений, главный из которых – переход от отдельных избирательных законов к целому избирательному кодексу. Изменения также коснулись и результатов голосования. Впервые решения избирательной комиссии теперь могут быть обжалованы в суде. Избирательный кодекс четко определяет виды, формы и методы проведения агитации политическими партиями их кандидатов. Отдельное внимание на выборах будет уделено наблюдателям, уполномоченным представителям партий, а также средствам массовой информации. Что касается результатов выборов, заседания избирательной комиссии проведутся открыто, а решения публикуются в СМИ или обнародуются в порядке, установленном избирательным кодексом. На сегодняшний день в Узбекистане проводятся масштабные реформы, как мы уже разговаривали, в различных сферах, в том числе это и в избирательном законодательстве. В частности, 8 февраля 2021 года внесены изменения в статью 117 Конституции Республики Узбекистана, то есть в соответствии с которым 24 октября 2021 года определен днем выборов в Республике Узбекистан. В Новосибирске будет создан избирательный участок стационарный, и кроме этого, также в более чем 20 избирательных участков выездных будут организованы. Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы граждане Республики Узбекистана, проживающие в России, в частности в Сибирском федеральном округе, могли полноценно воспользоваться своими конституционными правами и участвовать на выборах и проголосовать за того или иного кандидата в президенты. Ну, как друг вашего народа и как многолетний исследователь межнациональных и международных отношений, и узбекской общины в частности, я хочу пожелать, конечно, чтобы наши узбеки проголосовали за вашего замечательного президента, чтобы он переизбрался, потому что он все-таки символ перемен, которые сегодня осуществляются в Узбекистане. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Открытые демократические выборы, по мнению консула Узбекистана, дают возможность реализовать политический потенциал граждан. Положительные изменения, направленные на повышение эффективности демократических процессов, укрепляют веру в завтрашний день и поднимают дух людей согласно международным правилам. Каждый избиратель заботится о своей свободе. Каким будет завтрашний день, зависит от политического сознания каждого из нас. Мария Токарева, Роман Парамонов, Мир наций.